Кажется, я вижу лагерь. Ты готов? Постой. Одну секунду. Три месяца, и ты ничего не нашел. Но подожди, мы... Мы командир! Же... Наверное, Лазаревич. Этот человек пытался украсть находки с пятого участка. Ты предал меня за это? Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Нет, не надо, не надо. Меня окружают предатели и глупцы! Не пора ли совсем испортить ему настроение? Давай. Обыскать лагерь! Бегом! Пошли, надо проверить. Вперед, парень, я тебя прикрою. Ну и кто тут бросил снайперскую винтовку? Осторожно, Нейт, похоже, не выставили дозорных. Ладно, парень, наш выход. Он платит слишком мало, чтобы все это терпеть. Заткнись! Надоело твое нытье! Чужак! Похоже, Лазаревич настроен серьезно, Салли. Видел бы ты все это. У него тут досье на каждую экспедицию в Шамбалу. Аж с 17 века. Дневники Марко Поло нашел? Вот они. Шевелись, у тебя мало времени. Да-да-да. Достойный пилигрим легко обошел все препятствия. На пути к Шамбале. И что, по-твоему, это значит? Без понятия. Погоди-ка. С великой печалью смирился я с судьбой моих товарищей. Их роком стала ужасная ноша, что мы несли из Шамбалы. Может, они подумали, что цунами – это кара небесная? Подожди. Черт, Салли, камня Чинтамани здесь нет. Что? Слушай, пусть на меня обрушится гнев Хубилай-хана, я не унесу Чинтамани из его святилища. У Марко Поло не было камня. Да что же это за ужасная ноша? Я не знаю. Если камня здесь нет, то что же тогда ищет Лазаревич? Шамбалу. Здесь, Борнео. Далековато забрался, не находишь? Он пытается пройти по следу Марко Поло. Прямо в Шамбалу. Зачем? Потому что камень лежит там. Хлоя, говорить можешь? Сейчас. Да, слушаю. На этих раскопках они нашли какие-нибудь тела, останки? Нет. Странно, что ты спросил. А что? Тут разбился корабль с 600 людей. И нет ни одного тела. И куда же они делись? Куда б ты побежал от цунами? Как можно выше. Бинго. Надо подняться в горы. Там мы и найдем людей Марко. Хлоя, возвращайся к нам. Я уже иду. Отлично. О, Нейт, быстро уходи оттуда. Мне нужна еще минута, Салли. У тебя нет ни секунды. Они убиты. Сосредоточься. Черт. Иди смело, парень, я прикрою. Гранаты? Что ж, пригодятся.
Амиша на подходе! Yeah.
Наверное, сюда. Ух ты, Салли, взгляни на камни. А, вот это уже что-то. Ты только посмотри на это. О, да. Эй! Ну, что у нас тут? Кажется, здесь покоятся останки команды Марко Поло. Посмотрим. О, этому храму не меньше 1000 лет. Не меньше. Нам вниз. О, похоже, мы срубили джекпот. О, похоже, тут целая сотня трупов. Какие у них зубы? Все черные? Господи, да у них у всех такие. Наверное, они укрылись здесь от цунами. Эй, я вроде что-то нашел. Здесь. Что? Похоже, они несли сюда груз с места кораблекрушения. Опять смола. Я такую уже видел. Салли, посвети. Постойте. Это кровь. Кровь повсюду. Тут была жуткая резня. Пойдем по следу. Посмотрим, куда он ведет. След обрывается у стены. Да, странно. Этот поддается. Салли, помоги мне. Опять камни ворочит. Я ушибся. Следы ведут сюда. Боже мой. Еще трупы. О, Господи. Может, это бред. Но, похоже, они поубивали друг друга. Слушай, у тебя просто правда. Ух ты, черт. Посмотрите. Что у нас тут? Осторожно. Господи Иисусе. Попались! Нет, у меня чуть сердце не выскочило. Ого. О, какая уродливая штуковина. Это что, оружие? Нет. Это пурба. Ритуальный кинжал из Тибета. Он устраняет препятствия. Что? Ну, в смысле духовные. А. Постойте. Салли, не о нем ли говорил Марко Поло? Я не понимаю даже, о чем ты говоришь. В дневнике он писал, что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствие на пути в Шамбалу. С помощью этой штуки? Слушайте, все это, конечно, очень здорово и интересно, но идти-то куда? Ну, может, просто на карте посмотрим? Ну-ка, покажи. Между Великой Индией и провинцией Тибета лежит земля, усеянная чудесными храмами. Их золотые шпили видны до самого горизонта.
Слушай, я знаю, о чем он. Это в Непале. Да. Только это больше не земля храмов, это большой город. Да, это усложняет задачу. Погодите, тут еще. Из множества храмов лишь один скрывает тайный путь в Шамбалу. И путь этот откроется лишь пилигриму, что владеет золотым ключом. Здорово. Молодец, парень. Так чего же мы ждем? Уходим отсюда. Ладно. Пока. Надо идти. Я пойду разведаю обстановку. Может, руку дать? Пошли. Гарри, сюда. Не дайте ему уйти. Это Дрейк. Какого черта? Руки вверх. Не можешь с ними расстаться. Заткнись, Гарри. Ну, конечно, это ты. А это? Почтенный Виктор Салливан. Объясни мне, на кой черт тебе сдался этот старый хрен? Тихо, Найт. А ты чертовски смел для человека, который 3 месяца гнил за решеткой. Это лучше, чем 3 месяца бегать кругами по джунглям. Но корабли-то я нашел. Сам бы ты даже собственный зад не нашел. Даже с картой. Они явились вот оттуда. Ого. Гарри, посмотри-ка. Кстати, о картах. Между Индией и Тибетом... Храм таит в себе... Дорогу в Шамбалу! Слушай, Флинн, я не узнаю тебя. Да брось ты, неудачник. Отведи их к Лазаревичу. Ты у меня пожалеешь, что вышел из тюрьмы. Идем. Цела? Царапина. Что ж, мне так скорее повеет. Попробую отвлечь их от вас. Хлоя, идем с нами. Нет. Встретимся в Непале. Бегите. Пошли. Вот умница. Да уж, не поспоришь. Черт, нас заметили. Бежим! Ну, спасибо тебе. Ну, давай, не тяни время. Пошли. Бежим! Сюда. О, черт. И что теперь делать? Прыгать. Погоди-ка, ковбой. Совсем из ума выжил. Мы просто сломаем себе шею. Да, если не прыгнем, шею нам сломает Лазаревич. Я уже слишком стар для всего этого. Ай, да ладно, только не начинай опять. Слушай, ты у нас везунчик. А старик вроде меня должен знать, когда остановиться. Салли, мы выберемся, ясно? Как всегда. Ты поедешь к своей красотке в Непал, а я туда, где тепло. Хватит. Ладно, расскажешь мне обо всем, когда вернешься. Вот они! Черт! Ну что, вперед! После вас. Увидимся в аду. Яха! Побереги! Черт. Ты была права, когда сказала, что у Лазаревича неплохая фора. Он заручился помощью местных бандитов. Этот город уже давно на грани гражданской войны.
Нужно было лишь чуть-чуть бензина в огонь. Мило. Да, в этом хаосе можно смело перевернуть город вверх дном в поисках храма. Никто не заметит. Нейт? Эй? Да, я слышу. Надеюсь, ты не думаешь отступить? Кто, я? Нет. Хорошо. Я уже мечтаю разделаться с этими клоунами. Карта есть? Да. Встретимся на старом рынке. Там вроде бы все тихо. Ладно, понял. О, черт. У меня гости. Ну, здорово. Оторваться можешь? Боюсь, что уже не получится. Давай. Нейт, как ты? Бывало и лучше.